Реконструкция участков канализационного коллектора внесла свои коррективы в движение по улицам нашего города. А именно, до 29 декабря будет ограничено движение транспорта на участках улиц Тургенева, Октябрьская, Полесская, Салтыкова, Щедрина. С 25 ноября до 1 декабря будет прекращено движение транспортных средств по улице Пионерская от пересечения с улицей Сурена-Шаумяна до дома номер 4. На это время движение транспорта будет осуществляться по маршруту: улица Октябрьская, Полесская, Лесково, Приборостроительная, Октябрьская. За прошедшие месяцы этого года орловчане потратили на разные виды товаров около 60 миллиардов рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом году, сообщает Орелстат. Непродовольственных товаров жители региона купили более чем на 33 миллиарда рублей. Продуктов, напитков и табачных изделий на 27 миллиардов. Узнать о наличии вакантных рабочих мест на рынке труда, а также информацию о перечне услуг, которые оказывает служба занятости, и об основных положениях закона о занятости. Осужденным помогут информационные терминалы. Их установили во всех орловских колониях, сообщает интернет-издание «Орел Регион». Воспитанник детской школы искусств имени Кабалевского Владислав Грядунов стал обладателем гран-при фестиваля «Наш дом Россия», который прошел в Москве, после чего получил приглашение в Тунис на всемирный форум «Наше будущее в наших руках». Он соберет более 3000 человек из разных стран мира с национальными танцами, музыкой, театрами.